81 год назад началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны. 1418 дней и ночей войны. Свыше 26 миллионов человеческих жизней. Отечество защищали мужчины-воины, старики, женщины, дети. Сталинград стал символом стойкости. Ленинград – символом мужества. Брест – символом отваги. 13 городов-героев, и среди них Мурманск и Москва. 45 городов воинской славы, и среди них Петропавловск-Камчатский. 32 города трудовой доблести, и среди них Барнаул, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Челябинск, Аха и Мончегорск. И это пространство нашей памяти. В июне 1947 года близ Нарьян-Мара ненецкие оленеводы увидели на высокой сопке 7 ездовых оленей. Вожака, стройного, высокого, выносливого, в короне ветвистых рогов, многие тундровики узнали сразу. Это был он, длинноногий. В самом начале войны упряжка во главе с красавцем была отправлена в составе 7000 оленей на Донецкий фронт. Там к ним присоединились еще 3000 оленей из республики Коми. Они участвовали в обороне советского Заполярья в составе уникальных подразделений – оленетранспортных батальонов и оленелыжных бригад. Осуществляли транспортные, наступательные, разведывательные, диверсионные операции. К осени 44 года из 10-тысячного оленного батальона уцелело чуть более 1000 оленей. Остальные, как бойцы на фронте, сложили свои рогатые головы. Эти 7 вернулись. Повинуясь многовековому инстинкту, они преодолели за 2 года почти 3000 верст и теперь стояли на высокой сопке и смотрели на родную большеземельскую тундру. Сегодня мы вспоминаем о вкладе наших дедов и прадедов в общую победу и делимся с вами нашей памятью. Воины из числа малочисленных народов Севера участвовали в боевых операциях на всех фронтах Великой Отечественной, во всех родах войск. Более 2000 из них награждены орденами и медалями. Звание Героя Советского Союза получили Эвенки, Иннокентий Увачан, Семен Намаконов, Федор Охлопков, Иван Кульбердинов, Нанаец Александр Пасар, Шолец Михаил Куюков. В 2010 году почетное звание Героя России посмертно присвоено нанайцу Максиму Пасару. Мы помним наших дедов, преклоняемся перед их священным подвигом и лучшим продолжением их дел считаем верность их традициям. Калининградскую область и город Советск приветствует 18-й кочующий фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия». Советск – 141-й город России в кочевом маршруте фестиваля. Фестиваль стартовал в Гурьевске, продолжился в Черняховске, Светлогорске, Зеленоградске. Впереди Балтийск, Нестеров, Гусев и Калининград. На гостеприимной калининградской земле культура коренных малочисленных народов России с берегов Баренцева, Карского, Охотского и Берингова морей, из республики Алтай, Новосибирской и Челябинской областей. Северной цивилизации несколько тысяч лет. Она подарила планетарной культуре хореографию с уникальной пластикой зверей и птиц, искусство звукоподражания, музыку самой природы. В 18-м кочующем фестивале принимают участие Нагайбарская творческая группа, Челябинская область, Екатерина Спешнева, Новосибирск, Елена Журавлева, Магадан, Ольга Ласточкина, Камчатка,
Лидия Кручинина, Камчатка. Олег Небевди, Магадан. Ансамбль северного танца «Калейдоскоп», Ямал. Эвенский национальный ансамбль «Нулгур», Камчатка. Ансамбль песни и танца народа севера «НР», Магадан. Заслуженный артист России и Республики Алтай Болот Байрышев, Республика Алтай. Легенда об Азырыкском кургане. Ты
заря. Северного танца «Калейдоскоп». Танец радости.
самый калейдоскоп приглашает вас на Имамский день оленевода. Песни и танца народов севера НР. Традиционные танцы эскимосов.
ансамбль «Нолбур» и тюменский танец человечков, танцующих на бульне. Увидите!
Господню гор, удачная рыбалка.